Друзья, я всех приветствую на своем канале. Сегодня я хотел бы показать вам, как активировать режим RealView в вашем SolidWorks. И даже не важно, в какой это версии и на какой видеокарте. Это работает даже тогда, если на вашем компьютере не установлена профессиональная видеокарта для графических программ. Ну вот, смотрите, у меня нет даже выбора такого пункта, как RealView, но мне бы очень хотелось его активировать. И давайте же я вам покажу, как это сделать. Для этого нам нужно просто закрыть SolidWorks, даже не сохраняя деталь, если она вам не нужна. Вот, если нужна, конечно же, сохраните. Теперь нажимаем команду Windows R, либо выполнить через пуск Windows R. Здесь у нас нужно будет ввести вот такую команду regedit. Нажимаем ОК. Мы попадаем в редактор реестра. И что нам нужно сделать после этого? Есть вот у нас такая строка HK, Current User. Нужно ее раскрыть. Далее переходим в раздел Software. В разделе Software мы находим вот такую строку SolidWorks. В этом столбце мы дальше находим строку SolidWorks 2013. И теперь нам нужно найти вот такой вот раздел Performance. Открываем его. В разделе Performance нам нужно дальше вот такую строку Hardware. Мы открываем эту строку. И дальше нам нужно вот попасть в строку Current. Здесь будет указано вот в строке Renderer ваша актуальная видеокарта, которая была задействована для работы в SolidWorks. Нам нужно скопировать вот это вот значение. Для этого нам нужно просто левой кнопкой мыши два раза нажать по строке Renderer. Вот, мы сюда попадаем, и нам надо выделить и скопировать. Ctrl-C нажимаем, ОК. Далее, есть вот у нас вот такая вот дальше строка G2 Shaders. Вот она вот в таком виде у вас будет. Дальше нам нужно ее раскрыть, и вот здесь вот сверху вы видите несколько рядов видеокарт от NVIDIA. Дальше у нас несколько рядов видеокарт от Radeon. Если у вас карта Radeon, то вы вписываете вот сюда в последний столбец. Если у вас карта NVIDIA, как у меня, то мы открываем вот этот вот. И смотрим, если вашей видеокарты здесь нет, то мы просто берем вот здесь вот на NV40, нажимаем. Все у нас вот так вот закрыто. Нажимаем на NV40 и создаем раздел. И теперь в этот раздел мы берем и копируем то значение, которое мы скопировали в той строке выделенной. Вот берем Ctrl-V, нажимаем. Здесь у нас уже скопировано получилось наше значение. Теперь нажимая по этой строке правой кнопкой мыши, мы опять же нажимаем «Создать». Только теперь создаем не раздел, а параметр DWORD 32 бита. И нам нужно назвать эту строку вот таким вот словом «Work». Arounds с буквой S обязательно, не забудьте. И в значение, вот тут сейчас все указаны нули, но нам нужно взять то же значение, которое во всех видеокартах NVIDIA. Для этого нам нужно просто вот так вот открыть какую-нибудь из них и вот так вот скопировать значение. Нажимаем ОК, переходим на нашу строку два раза, и вместо нуля мы вводим просто Ctrl-V, то есть мы скопировали, можете ввести руками, нажимаете ОК, сохранить, все это закрываем и пробуем, открываем SolidWorks. Все, вот открыли, создаем какую-нибудь деталь, смотрите, пусть это будет как раньше резьбовая бабушка, и как видите, уже у нас очень реалистично отрисовано все это, вот прям сталь прорисована с ее текстурой. И у нас вот здесь теперь появился вот такой раздел «Графика RealView». Все очень просто, друзья, оказалось. Я вас поздравляю, если у вас получилось. Если не получилось, пишите в комментариях, что именно не получилось. Я постараюсь вам помочь. Ну, а пока, до скорых встреч. Всем пока!